дорогие друзья! Сегодня 17 февраля, и мы с вами находимся в Анталии, в торговом центре Агора, на фестивале мира и дружбы, в котором принимают участие 6 стран. И, конечно же, принимает участие Россия и общество образования и культуры Эду Рус. И ребята и девчата из этого общества приехали сюда и будут выступать на этом фестивале. Сейчас идет внизу репетиция. Через пару часов начнется фестиваль. Я думаю, что вам будет очень интересно посмотреть вместе со мной, поэтому приглашаю вас принять участие в этом событии. Вот так вот проходит репетиция. Фестиваль дружбы и мира организуется каждый год по инициативе Русского общества Антальи. Девочки репетируют, и я вам покажу стенды стран. Здесь у нас будет Польша. На этих стендах будет представлена национальная еда. Это стенд Кыргызстана. Далее Азербайджан. Далее Россия. Далее Тюрк Дюньи Культюрлери. Платформа, которая объединяет турецкую культуру и мировые культуры. И Казахстан и Евразия. А здесь что? Ледовичок. Ой, какая красота. И закончился. И вот такие вот классные сердечки развешаны здесь по торговому центру Агора. А также здесь есть выставка. И написано «Art is a way of survival», что означает «Искусство – это один из способов выжить». Очень интересные картины. Анталия, Едитепе колледжи, Истеку кулары. Скорее всего, ребята, которые обучаются в этой школе, сделали вот такие вот, нарисовали, создали вот такие вот уникальные на самом деле картины. Сальвадор Дали. Мы видим здесь Ван Гог, Пикассо, Энди Уорхол, многие-многие знаменитости. И вот такую вот потрясающую картину. Ребята из Анадолу-Лисеси создали вот такую вот картину. Опять Сальвадор Дали. Угадаете ли вы вот эту вот картину? Кто нарисовал? Точнее, кто по мотивам какой картины сделана вот эта картина? Много знаменитых лиц. Добро пожаловать в город мечты, добро пожаловать в нашу прекрасную Аланью и в Турцию.